Всем привет! Сегодня готовлю простую закуску с селедочкой, которая получается очень вкусная и к тому же быстро и легко готовится. Два яйца мелко нарезаем кубиком. Одно филе сельди также нарезаем мелким кубиком. Измельчаем зеленый лук. Выкладываем в тарелку яйца, селедку, лук. Перчим. Добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. Отправляем в холодильник на 30 минут. Батон нарезаем шириной примерно 5 мм. Выкладываем нашу начинку на хлеб. Закусочка с селедкой готова, можно подавать к столу. По желанию можно еще украсить нарезанным красным луком и ягодками или зернами граната. Получается очень вкусная закуска, которую можно подать даже на праздничный стол. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Филе сельди накройте пищевой пленкой и слегка отбейте молотком. Черный хлеб смажьте горчицей. Готовое филе намазываем творожным сыром. Посыпаем укропом и полосками сладкого перца. Заворачиваем в плотный рулет. Затем нарезаем на порционные кусочки. И выкладываем на хлеб. Присыпаем фиолетовым луком. По желанию украшаем петрушкой и кусочками красного перца. Получается необыкновенно вкусная, сочная и аппетитная закуска – рулетики и селедочки. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока-пока! Всем привет! Филе сельди накройте пищевой пленкой и слегка отбейте молотком. Готовое филе намазываем творожным сыром. Посыпаем измельченным укропом и фиолетовым лучком. Слегка придавливаем чайной ложкой и аккуратно заворачиваем в плотный рулет. Нарезаем на порционные кусочки. На хлеб смазанной горчицей выкладываем картофель и кусочек сельди, картофель и снова селедочку.
По желанию украшаем петрушкой и красным перцем. Приятного аппетита! Кому понравился рецепт, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!